Утро на улице, ни единого человека. А пятница. Так, мне будет повидней. Всем привет. Начинаем этот день, иду на работу. Сегодня все еще прохладно, но хотя бы солнце светит. Тоже радует. В общем, пока не знаю, что будем делать, но что-нибудь будем. Погнали. В общем, сейчас займемся трактором, разберусь в ящиках передних и разберусь в кабине, чтобы было красота. Погнали. В ящике можно и рассаду посадить, там земли хватит. Ну вот, теперь можно все на место складывать. Теперь тут все уложено. Ну еще шприцы туда положу, сейчас я их набью. Вот. А это тут что в металлолом выброшу, что тут переложу в другой ящик, в котором тоже сейчас надо будет убираться, потому что тут тоже бардак, земля, там тоже понакидано всяких железок. Ну, они все нужные, в принципе, но надо их просто разложить, что-то выкинуть, что-то положить. В общем, как-то так. У меня сегодня день находок какой-то, прям нашел два ключа на 12 и на 8, вот тут вот, в ящике, и нашел крышку от объектива своей камеры, вот она сюда даже подходит, но вот она сломана, поэтому потерял я ее еще в прошлом году. Поэтому, блин, придется ее выкинуть. Ладно, потом другую куплю. Когда-нибудь, может быть. Вот. Надо снять вот эти вот я не знаю, как это называется, с самой лодыжки, в общем, вот это вот. Что именно цепляет культиватор, плов с яблоками, вот тут вот отворачивается по 4 болта на 12, этот палец вынимается и вынимается это. В общем, сейчас я это все отведу. Для чего я это делаю? Чтобы при поворотах, когда поднят дискатор, получается, вот эти упираются вот сюда или даже в цилиндр, потому что один раз уже чуть не сломало шланг. Thank you.
start sweating. Готовятся к севу уже, соединяют сейчас, вот цеплять сеялку, культиватору и смотреть. Пойдем посмотрим. Ну, смотрел, как настраивается сеялка. Ну так, надо хотя бы знать. Мало ли всякое в жизни бывает. Вот. Сейчас помог привести колеса. Сейчас их сюда поставим. Ну, сюда. Тут, видите, уже переделывали. Потому что она очень, получается, если балка вот эта была вот здесь, то она очень низко, сеялка сама, и транспортировать ее, ну, неудобно. Вот, сейчас колеса поставим, и, я не знаю, еще прицепной, наверное, надо будет поставить. Ну и как-то так. Такой сегодня день, в общем, там, ну, по трактору убрался. Тут помог, там помог. Вот. Завтра суббота, суббота выходной, потом воскресенье, возможно, я буду работать после обеда. Это 50 на 50, в общем, не факт. В общем, как-то так. Опустить или поднять? Опустить. Еще! Все. Отпилить. Надо чуть-чуть перед тронуть. Все, фу, закончился день. Время вот так вот, без пяти. Время без 10:05. Идем домой. Как бы как-то вот так вот. В общем, на этом на сегодня все. Заканчиваем, как обычно. Подписываемся на соцсети. Мой инстаграм, там телеграм, пока его еще не заблокировали. Может,
что еще? Группа ВКонтакте у нас в телеге. Вот. Группа ВК. В общем, подписываемся, видео шарим. Пусть все его видят, ваши друзья, знакомые, там, бабушки, дедушки. Всем удачи. До скорого. Увидимся, увидимся. Пока-пока.